продолжаем «Золотой граммофон» и переходим к следующей позиции. На пятом месте «Акула», которая превратилась из акулы в Оксану Пачепу. Певица не растеряла хватки и выпустила песню. Песня называется «Мелодрама». Я залезла в Википедию, почитала, что такое мелодрама. Ну, вроде бы их все хорошо знаем, но на самом деле это все очень серьезно. Мелодрама от греческого слова «мелос» и от греческого же слова «драма», что значит «действие». Это жанр художественной литературы, театрального искусства или кинематографа, который передает и раскрывает духовный и чувственный мир героя в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах. Также сопровождается трагическими сценами, в большинстве случаев заканчивается хэппи-эндом. Доберется ли Оксана Пачепа до своего хэппи-энда первого места нашего хит-парада, зависит только от вас, дорогие слушатели Русского радио. Насколько активно вы будете голосовать за эту историю, насколько активно Оксана будет продвигаться вверх. Красивых про любовь. Мне послан был с небес ангел или бес. Я так его ждала и больше, чем могла, ему и отдала море своего тепла. Жизнь.